Мы приветствуем на нашем праздничном выпуске к Дню Святого Валентина и посвящаем это видео нашей маме. Да, Сашенька? Да. Начинаем. И папе. Хорошо. Мама. Ой, мама. А где со мной наш папа? Ой, я не знаю. Сегодня праздник. Я уже приготовила и торт, и пиццу. Все уже остывает, а папы до сих пор нет. Ой, я слышу, мне кажется, это папина машина. Ой, какая красота! Дорогая, я приехал к вам с подарками. Да, вам шарик. Маме, клубничка. А вы меня угостите? Обязательно всех угостим. А еще у меня есть чего? Два замечательных компота из клубнички и вишенки к тортику. Ой, дорогой, какая красивая клубника. Ну что, дорогая, выпьем за праздник. Ой, сердечко. Клубничный какое красивое. Какое красивое. За нашу любовь. Папа. Да, Сашенька. Ну что, Саша, мы тобой тоже поддержим тему и расскажем нашим зрителям, как очень просто можно сделать очень красивое шоу во время праздничного коктейля. Хорошо. Оно называется «Пламенные качели». Все, что нам понадобится, это спички, коктейльные палочки, конечно, желательно с валентинками, с сердцами. Они нам еще пригодятся. Кусок пластилина. Хотела. Иголочку. Я расскажу позже. Ну и, конечно, свечки. Разноцветные и красивые. По длине. Вполне подойдут свечки, уже использованные от торта. Праздничные. Ну что, Саша, сначала мы сделаем основание для наших качелек. Из твоего красиво оформленного пластилина. Разноцветного. Давайте. Установим друг напротив друга две коктейльные палочки, так, чтобы на них в дальнейшем легла иголочка, которая будет служить осью для наших качелек. Вставляй. Раз. Так, сейчас посмотрим, как они у нас. Нормально. А вот сюда вставляем оранжевый. И со мной. Давай. Раз. Оранжевый нужно укоротить, чтобы оно было покороче. Хорошо, хорошо, Саша, замечательно, встал, больше не надо. И сюда мы вставляем еще одно. Розовенькое. Сюда. Тихо. Нужно по центру вставить, давай. Вот такая получилась у нас замечательный садик. Ну, какая красота. На самом деле, это основание для наших качелек. Теперь самое главное. Выбираем, с какой будем сначала свечки начинать, Сашенька? Зеленый. Зеленый тебе больше нравится. Находим у зеленой свечки середину. И вставляем туда... иголочку. Вот так вы наметили. А теперь поворачиваем ее, конечно, ногами и протыкаем. Это будет ось наших качелек. Поставим их, они должны качаться. Однако для начала наши качельки должны быть сбалансированы. Мы, видимо, немножко ошиблись. У нас этот край получился потяжелее. Тот край потяжелее, который потяжелее, мы сейчас очистим с помощью... ну, например, маленьких ножниц. Или можно это сделать с ножичком. У нас попались под руку ножницы. Мы немножко будем очищать сейчас и стараться сбалансировать. Заодно нам нужно добраться до фитиля с обратной стороны. Вот, получается, должно вот так. Они должны у нас вот так качаться, но упираться... не должны. То есть и палочки. Так, все, в принципе. Можно пробовать запускать. Качельки готовы. Запускаем. Если немножко не нравится, не страшно, в конце концов, можно зажечь сначала тяжелую сторону, которая внизу у нас получилась. Я тут тяжелую. Я тут тяжелую теперь. Хорошо. Вот они уже пошли. Качаться, смотрите. Ой, как красиво. Поехали. Как называются эти качели? Пламенные качели. Потому что движет их пламя любви, да, Саша? Пламенные сердца, нет? Пламенные качели? Хорошо, качели пламенных сердец. Ух ты! Смотри, как здорово качается. Очень красиво.
А где наши детки? Пусть они нас посмотрят. Ой, как здорово! Вот это да, никогда такого не видел. Посмотрите, еще и мои качели. И твои, ты тоже? Ой, зачем? У Саши тоже вон качели какие. Ой, как здорово, они качаются. Застыли ровно посередине. Очень красиво получилось. Что самое интересное, когда она переворачивается, то вторая сторона начинает выжигать свечку больше. И, соответственно, она все время, там капли больше формируются, быстрее капает. Вот видишь, она сейчас вот начнет больше формировать каплю. Поэтому она автоматически качается туда-сюда. Она не останавливается на одной стороне. Саша, бери палечек, а то еще капнет на тебе. Ой, как же красиво. Ой, как красиво. Отличные качельки получились. Вот это да. Отличное шоу. Чудесный романтический фокус. Да. Всем да, осторожны. С кем? Поскольку с огнем. Нужно держать. Безопасен. С рядом не тушить. Ну, хотя бы стакан с водой. А почему как бы на пластине? Ну, потому что. Наш ангел на пластине. Ну так, шоу продолжается, а нам пора прощаться. Мы пойдем отмечать наш праздник. Всего хорошего, вам замечательного праздника. Поздравляйте своих родных и близких и показывайте им наши фокусы. И ходим дома. С днем всех влюбленных, да, Саш? С днем всех влюбленных. Ура! И красиво. Ставьте лайки и подписывайтесь на наше видео. На наш канал.